Соскучились по увлекательным роликам про Константина Головкина? А мы тут как тут! Сегодня ты узнаешь еще несколько интересных фактов об известном самарском купце. Возвращаясь к теме автомобиля, не только лошади их боялись, но и люди. Когда Головкин поехал с невестой Катенькой и двумя друзьями на венчание в загородную церковь, священник, увидев диковинную машину, спустил с цепи собак и заперся в доме. Пришлось ехать для совершения свадебного обряда дальше, аж в Семейкино. Кстати говоря, автомобиль он приобрел, чтобы покорить сердце своей возлюбленной. Екатерина была молода и красива, и познакомился Константин с ней в Струковском парке. Вот ведь раньше парни были смелые, а? И не было никаких Баду или Тиндеров. Поженились они, когда Головкину было 36 лет. Не будь этого счастливого брака, кто знает, возникла бы у Головкина идея построить в студеном Буераке удивительный дом со слонами, который и по сей день является одной из главных достопримечательностей Самары. А об этой легендарной постройке ты узнаешь уже в следующем ролике. До новых встреч!